Катаясь на велосипеде, рано или поздно задумываешься о том, чтобы превратить покатушки в тренировки и улучшить свои результаты. И тогда приложение для сбора статистики в смартфоне уже недостаточно, и нужно задуматься о более серьезном устройстве, которое сможет не только собирать различные данные и помогать их анализировать, но и демонстрировать важные параметры тренировки в реальном времени. Таким прибором вполне может стать Sigma ROX 10.0 – топовый велокомпьютер Sigma. Это первый компьютер компании, оснащенный GPS и поддерживающий универсальный протокол передачи данных ANT+. А это значит, что к нему можно подключать совместимые аксессуары, такие как пульсометры, датчики скорости, каденса и мощности. То есть все, что нужно даже профессиональному велогонщику, не говоря уже о любителях. А еще он умеет выступать в роли навигатора и станет незаменимым помощником в дальних поездках. На выбор покупателю предлагается два варианта – исключительно велокомпьютер или он же, но с пакетом датчиков – скорости, каденса и пульса. Если уж тренироваться, то, конечно, лучше взять второй вариант. Процесс установки и настройки предельно прост, инструкция с картинками прилагается. Компьютер крепится в удобном ездоку месте, датчики закрепляются по мануалу. Можно обойтись резинками, но лучше сразу обратиться к надежным пластиковым стяжкам. Датчик каденса можно установить двумя способами. Если в шатуне есть место под маленький магнит, то просто вставляем его туда, а датчик крепим напротив педали. Если нет, то придется установить второй комплектный магнит на шатун. Крепление под сам велокомпьютер предусматривает быстрое снятие и установку. Это удобно, если оставляешь велосипед на парковке или используешь один прибор для нескольких велосипедов. После установки всех датчиков нужно провести несложный процесс их поиска и запоминания. Всего в памяти ROX 10.0 можно хранить до 3 велосипедов и комплектов датчиков к ним. Последний пункт настроек нужно максимально точно измерить и указать в меню длину окружности колеса, чтобы датчик корректно измерял скорость и расстояние, когда сигнал GPS по каким-то причинам недоступен. Потратив 10-15 минут на всю инсталляцию и настройки, можно наконец-то отправляться на тренировку. Главный экран устройства не настраиваемый, все параметры расположены на установленных местах. Создатели посчитали, что самый важный параметр – это скорость, поэтому она самая большая. Заменить ее, к примеру, на пульс не получится. Можно выбрать другой вариант демонстрации данных, но и здесь никаких настроек нет. Кроме этого, есть еще экран с навигационными параметрами. Кроме скорости, выводятся также данные о текущем пульсе, частоте вращения педалей или каденсе, высоте над уровнем моря и градиенте. В нижней части экрана по умолчанию указывается пройденное расстояние. Кнопками плюс и минус можно пролистывать параметры. Все кнопки компьютера прорезинены, он не боится влаги, можно спокойно кататься под дождем. Нажимаются кнопки туговато, но привыкнуть можно. Резиновой заглушкой закрыт единственный micro-USB порт, предназначенный для зарядки и синхронизации. Датчики, само собой, тоже водостойкие, что мною и было неоднократно успешно проверено. Устройство и датчики спокойно выдержали испытания. Программируемых тренировок в ROX 10.0 нет. Если нужно сделать работу в стиле 5 интервалов по 5 минут на пульсе 180 через 5 минут, то все это придется держать в голове и ориентироваться по таймеру. Можно лишь отсекать круги, чтобы потом анализировать, какой из интервалов был сделан быстрее и правильнее. За сбор и хранение данных отвечает фирменная утилита Sigma Data Center, которая для покупателей ROX 10.0 предоставляется бесплатно. Программа простая и работает как часы, что для ПО по синхронизации спортивных устройств не всегда характерно. Она удобная и, в принципе, для анализа данных можно пользоваться только ей. Но если вы предпочитаете сервисы с социальной составляющей, такие как Strava или Runkeeper, то из Sigma Data Center можно выгрузить трек в одном из популярных форматов и отправить куда вашей душе угодно, хоть в Excel. Мне больше по душе Strava, которая как раз заточена под велосипедистов. В последней версии Data Center появилась прямая отправка треков в этот сервис. В Data Center можно также планировать маршруты для дальних тренировок или покатушек, эта часть тоже работает отлично. При создании сразу можно оценить профиль трассы и морально настроиться на тяжелые подъемы, после чего в один клик отправить трек на устройство. Во время езды ROX 10 будет предупреждать о поворотах, но помните, что это все же не полноценный навигатор. Если проедете нужный поворот или решите срезать, сам он маршрут перестроить не сможет. Большой плюс Sigma ROX 10.0 по сравнению с теми же спортивными часами и тем более телефонами – автономность. В зависимости от частоты записи GPS-лога, он способен проработать от 6,5 до 200 часов, что перекрывает самые высокие потребности в велогонках или походах.
Хороший тренировочный план, упорство и регулярность тренировок могут привести к удивительным результатам, а такой велокомпьютер, как Sigma ROG 10.0, станет отличным помощником в достижении спортивных целей.